Друзья, всем привет! Сегодня на своем канале я запускаю новый проект Dark Insider, где я буду проводить мистические и психологические эксперименты. В мире столько загадочного и необъяснимого, что это хочется изучать бесконечно. Ну а если ты хочешь быть в первых рядах и не пропускать мои новые выпуски, то я рекомендую тебе, не раздумывая, подписаться на канал и прожать колокольчик. Таким образом, ты всегда будешь получать уведомления о выходе новых видеороликов. Ну а чтобы эти ролики выходили чаще, нужно сделать всего два простых действия. Поставить лайк под этим видео и проявить свою активность в комментариях. Также подписывайтесь на группу в Telegram, где я публикую разные материалы, которые не публикую по разным причинам на своем YouTube-канале. Все ссылки на соцсети вы найдете в описании под этим видео. Итак, что вы знаете о влиянии темноты на сознание человека с психологической точки зрения? Вы когда-нибудь пытались представить, как ощущает мир слепые люди? Или, может быть, вам когда-то доводилось оказаться в кромешной тьме и буквально на ощупь искать дорогу к свету? Как вы думаете, что будет происходить с вашим сознанием и вашими чувствами, окажись вы в полном мраке без какого-либо источника света? Узнать это в действительности мы можем во время прогулки в полной темноте. Сегодня я выйду за рамки привычной обстановки в специально созданных для этого условиях и взгляну на мир через призму своих чувств. Ведь кто знает, какие трюки может вытворять фантазия, когда находишься в столь суровых условиях. Для проведения эксперимента и проверки себя на прочность я отправлюсь ночью в максимально небезопасное место. Встречайте, заброшенная гостиница «Бригантина». Сахалин. Ребята, ну вот я и возле этой самой лютой гостиницы. И я не один, ребята, со мной Димон. Всем привет. Ребят, вы сколько раз говорили мне о том, что Алекс, не ходи на заброшке один. Сегодняшний эксперимент, который буду проводить, очень лютый и максимально опасный. Димона я оставляю в машине. На самом деле, на заброшке я буду находиться совершенно один в полной темноте. А, знаете, как в тех фильмах ужасов сам показываю, да? Чувак идет с видеокамерой в кромешной тьме, и он будет, и я буду этот самый персонаж, я буду наблюдать окружающую обстановку только через монитор своей камеры, через маленький монитор. Ребят, это, блин, жуткая затея. Заброшка очень лютая, в ней очень много рисков. Я не знаю, там пробить себе ногу, споткнуться, да все что угодно может произойти. Поэтому я взял с собой две вот таких вот рации. Одну я рацию дам Димону и одну я возьму с собой. Это на всякий случай, потому что все, что сегодня ночью может произойти все, что угодно. Учитывая, что я там буду совершенно один и в полной, мать его, темноте. Ребята, я вам сейчас серьезно говорю. Не вздумайте повторять то, что делаю я. Это очень опасно. Это очень опасно для вашей жизни. Просто смотрите мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну и не забывайте подписываться на канал, потому что впереди будет еще очень много интересного. Это место давно облюбовали наркоманы. Наркоманы, мародеры, там очень опасно. Я не знаю, что может произойти во время моего там нахождения, но я надеюсь, что все пройдет гладко. Димон, ты еще на Фоксе? Я с собой беру ствол. Не дай бог, какая-то падла там попробует до меня докопаться. То есть ему, ну, тогда будет ему... Спросите вы, боюсь ли я сейчас? Да, ребят, я реально боюсь и очень сильно волнуюсь, потому что я никогда не проводил такой эксперимент. Пробовал его провести в заброшенной гостинице «Чайка», если вы помните, но у меня не получилось ввиду того, что видеокамера не было дополнительного ИК инфракрасного света, и просто она не вывозила эти видеосъемки. Сегодня же у нас с инфракрасным светом все в порядке, и вам, как зрителям, все будет отчетливо видно вот в таком вот зеленом спектре. Мне же будет совершенно ничего не видно. Я буду видеть только через маленький, вот такой вот маленький экран видеокамеры. Вот этой самой видеокамеры. Посмотрим, что с этого получится. Что думаешь, Димон, на эту тему? Самое главное, не спешите, не ловить панику. Зашел, осмотрелся, не спеша, холодная выдержка. И вышел. Сухим и здоровым. Сегодня мы, Димон, проверим теорию. То, что говорят, когда человек теряет одно из чувств, ну, в нашем случае это зрение, то все остальные чувства, запахи, слух, вкус обостряются на 85
процентов. Больше того, что было, ну, больше того, что... Ты ебать, я ученый, копченый. Эбал, ты скажи просто то, что при отсутствии одного из пяти чувств, сколько у человека? Осязательное. Осязание, обоняние, блядь. И что еще? Слуховое, зрительное, четыре. И пятое какое? Тактильное, блядь, нет. Тактическое, блядь, сверхчувствительное. Лазерный прицел в ухе. Евневрическое. Так давай, соберись, блядь. Соберись, все собрался, блядь. Все собрался, блядь. Короче, ребята, простым языком. Сегодняшняя цель нашего эксперимента – это проверить, как обостряются остальные чувства, когда человек теряет зрение. Ну, в моем случае я не потеряю зрение, но все же, да, какой-то процент вероятности того, что все-таки мои чувства обострятся, да, пока я буду проводить эксперимент, есть. Потому что на самом деле, ну, я буду, мое поле зрения будет ограничено всего лишь этим маленьким экраном, а вокруг меня будет кромешная тьма. Ух, ребят, я вот сейчас просто говорю, мне реально уже даже жутко себе это представить. Короче, ладно, ребята, все, я сейчас готовлю, собираю свое оборудование, и мы начинаем. Погнали! Вот так, ребята, эта гостиница выглядит. Ужасная, капец. Сильный ветер. С центрального входа мы не зайдем. Пойдем с торца. Блин, какое же это жуткое палево. В этот раз я не буду использовать наушники, потому что сегодня мы экспериментируем в полной темноте. Я хочу понять, насколько обострятся мои остальные чувства, которые у меня еще остались. Самое главное сейчас — это мой слух. Нужно слушать, потому что видимости у меня практически нету. Жесть. Блин, ребята, это реально как в фильмах ужасов. Чисто идем на найшоте. И очень жутко. Привет, здесь есть кто? Это первый этаж, ребята. Смотрите, какая жуткая дверь. Блин, я совершенно никогда не вижу. Какой жуткий стул, ё-моё. Я совершенно, ребят, не представляю, как вообще это возможно, как я это смогу сделать. Так, я правильно иду. Димон, Димон, я уже внутри, иду по первому этажу. На Фокси будь. Прием, тебя слышу, прием. Блин, чувак, здесь страшно. Давай аккуратнее там. Постараюсь. Здесь кто-нибудь есть? Алло? Это ресепшн этой гостиницы. Алло? Послушай.
ребята, страшнее этого эксперимента я, наверное, еще ничего не проводил. Это максимально опасно. Эй, алло! Сука, что было только что? Вы слышали это, ребят? Э, блядь! Да ё-моё, кто там, блядь? Ребят, это или сквозняк, или там кто-то есть наверху, я понять не могу. Если там кто-то есть, он нас тоже не видит. Мы идем в полной темноте. Посмотрите, сколько всего под ногами. Мне интересно, как военные ходят с этими ПНВ. Фу, запах прям серый. Смотрите, какие лютые книги. Так вот, ребят, не видно, чтобы вы понимали. Ох, нифига себе, смотрите какая. Что это такое? Ребята, здесь уже совершенно ничего не вижу, туда мы дальше не пойдем. Какие-то провода висят. Не дай бог они под напряжением. Просто под ногами куча хлама, ребят. Я не могу сориентироваться, куда идти, куда наступать.
мы оттуда пришли. Что там происходит? Эй, алло, кто там? Fuck. Да ёб твою мать, а! Смотрите, ребят. Смотрите, ребят. Это какие-то скульптуры сожженные. Твою мать. Да, блядь, что там происходит наверху? Алло. Херня валяется. Ребята, это похоже реально сквозняк, я не знаю. Твою мать. Да блять, алло, кто там? Ребят, я реально вам скажу, что да, чувства все обостряются, когда ты находишься в такой вот обстановке. Просто ничего не видишь и видишь только через маленький долбанный экран этой камеры. Реально очень страшно. Еще и ветер, открывающийся кругом двери, придают атмосферу. Это, ребята, очень жутко, я вам скажу. Кто там, алло? Ни хрена тут. Слушайте, там наверху реально кто-то есть, по-моему. Димон, слушай, у меня здесь наверху, по-моему, кто-то есть. Димон,
тебя все чисто было, никто не заходил, все нормально? Пока не надо, подожди. Сейчас я проверю. Я могу ошибаться, здесь кругом двери открываются, закрываются, от сквозняка здесь столько шумов, я просто охреневаю, братан. Слышь, Лёха, сомневаюсь, что здесь только единственный вход, тут по-любому есть другие входы, выходы, к тому же здесь еще и окна на первом этаже везде разбиты, поэтому сюда пробраться может кто угодно, с любой стороны причем. Братан, я понял, ну, мне кажется, наверху кто-то есть, я сейчас пробьюсь, и что, будь на Фоксе. Кто там? Блин, ребят, там фонарь. Димон. На связи, говорит. Димон, слышь, тут какое-то тело только что через меня с фонарем прошло. Оно пошло в твою сторону. Димон, подцепи. Понял, выдвигаюсь. Да ё-моё, он там что, не один? Димон, ты? Слушай, где он? Я, короче, слышишь, что, братан? Подойди сюда. Слушай, подержи, пожалуйста, камеру. У меня... Ебать, я пересрался. Подержи. Я наверху слышу какой-то движ. Двери кругом стучат. Я не знаю, ты сейчас слышал, нет, поднимался, стуки были, ветер, понимаешь, кругом. Я слышу, на третьем этаже прям реально кто-то ходит. Но это по-любому не сквозняк. И прикинь, фонарик врубается, я просто вот так вот, дверь, короче, сюда, я зашел, короче, заныкался. Только получается выше, на талонах. И прикинь, тип какой-то, я не знаю, кто это был, прям фонарем посветил, короче, куда-то вниз пошел. Слушай, он где-то здесь, походу. Ты что, никого не встретил? Вообще никого не встретил, что было? Что, сквозняки так гуляют здесь? Алло, блядь. Слышь, может, ты бычара какой-нибудь? Короче, братан, я так испугался, это просто жесть. Я, короче, за травма схватился. Я сначала замер, прикинь, я просто не знаю, что делать. Вот так вот встал, как вкопанный. Я знаю, что у меня здесь рация. Не дай бог, ты сейчас что-нибудь скажешь. Ну я почему и не стал рацией пользоваться в ответку? Слишком шумная штука. Там же тоже выход. Я говорю, тут со всех сторон выхода. Там же тоже выход, но походу туда и сквозанул. Не забывай еще то, что окна разбиты. Можно вообще запросто с любого помещения выпрыгнуть. Слушай, братан. Где ты, говоришь, его встретил? Пойдем покажу наверху. Короче, я вот
Вот здесь я спрятался, короче, в этой двери. Слушай, а может он вниз не спускался, я точно не знаю. Короче, я вот вниз выкался, прикинь. А он спустился оттуда вот сверху. Короче, реально, блядь, это просто жесть. Я тебе говорю, идешь с камерой, просто ничего не видишь. Вот ты сейчас держишь камеру в руках, смотришь просто в маленький зеленый экранчик, да? Да, капец. Вот представляешь, в полной... Периферии ноль. Да, прикинь, в полной темноте я иду, и мне постоянно кажется, что меня сейчас кто-то схватит. Такое ощущение, как будто возле меня постоянно кто-то идет. Это такая жесть. Вот знаешь, как это в фильмах показывают, в фильмах ужасов, где чуваки с такими камерами ходят. Просто... Что за херня? И реально, когда идешь, когда двигаешься, плюс еще этот сквозняк. Давай выключи фонари и попробуем. А где вырубается? У тебя на лбу. Камеру держи вот сюда, плечо. Да, вот так. Стой. Все видно, все, пойдем. Я вообще ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Я реально вижу только в маленький объективчик этот. Слушай, ну тут убиться можно, еще с этой камеры. Пойдем в мою сторону. Ты спрашиваешь, снимал ли я, что у меня под ногами творится? Я шел на ощупь, я ногами шел и нащупывал землю. Просто вот как слепые ходят, представляешь? Так же я шел. Вот ты сейчас идешь, то же самое испытываешь на себе. Расскажи о своих чувствах. Чувства какие? Но то же самое, глаза закрыть и пройтись где-то в месте незнакомом для тебя. Где ты не знаешь, куда вообще идти и что у тебя под ногами творится. Аккуратно ногами там нащупывай ногами. Это жестко, да, братка? Вообще жестко. Смотри на меня. Объясни мне. Добро пожаловать в наше царство. Вопросу дверь. Let's go. Димон, ты их видишь? Через камеру, да. На сквозняк. Капец, да? Представляете, ребята, вот так вот идешь в одного и слышишь этот вой. Что в первую очередь у вас будет в голове? Что вы подумаете в этот момент? Помните? Ну как тебе ощущения? Расскажи. Да офигенные. Перед сном в самый раз. Или с чайком в ютубчике. Здесь нашел две странные фигурки. Непонятного происхождения. Они сгоревшие, деревянные, какие-то куклы японские, восточные куклы. И на них какие-то бумажки, на этих бумажках что-то написано, они сожжены. Поднеси поближе, чтобы рассмотреть. Я уже показывал в камеру еще раз. Я не видел. Я хочу посмотреть через камеру. Не твои подписчики. Ты для меня сейчас показываешь. Вот так вот и было, смотрите. Здесь их хватает. Мы сейчас на каком этаже? Мы на первом. Бери его. Угу. Он уже более-менее адаптировался.
Друзья, давайте подведем итоги. Немного мыслей о том, что произошло на заброшке. Вот каждый раз, когда я отправляюсь на заброшку, я знаю, какие опасности могут подстерегать меня там, и готовлю себя морально и физически заранее. Но вы знаете, к сегодняшней ситуации я был совершенно не готов, и я объясню вам почему. Когда я посещаю заброшенные места без какой-либо подстраховки, я рассчитываю только на себя, свои чувства и внимательность. В этот раз, зная, что я не один и что в машине неподалеку находится мой друг, я был не сконцентрирован на происходящем внутри. Это работает примерно так. Да ладно, кроме меня тут по-любому никого нет. Да если что, у меня друг рядом. Это придает уверенности и подавляет сам страх. А что такое страх? Страх – это внутреннее ощущение, отражающее защитную реакцию при переживании реальной или мнимой опасности. И на минуточку, это одно из нескольких древних чувств, которое издавна помогает людям выжить. Это чувство меня подвело, потому что оно было подавлено уверенностью поддержки со стороны. Во время просмотра ролика я уверен, что вы все понимали, что на заброшке есть кто-то помимо меня. Я же, находясь там, списал все это на ветер и сквозняки. А зря. А дальше случилось то, что кто-то спустился сверху. Выяснить, кто это был, нам, к сожалению, не удалось. Но ведь в одном случае из 10 это могла быть решающая встреча с очень нежелательными последствиями. Друзья, поэтому данная ситуация пусть послужит для вас неким примером того, что на заброшках не призраков надо бояться, а живых людей. Ведь тот, кто затаился в темноте, может оказаться совершенно маргинальной личностью и причинить вам вред. Не ходите на заброшки и оставайтесь в безопасности. Что касается остального, в этом испытании я был полностью лишен периферийного зрения и мог наблюдать за окружающей обстановкой через маленький дисплей экрана. Мне оставалось одно – рассчитывать на слух, тактильное чувство и обоняние. Мне реально было жутко находиться в полной темноте, и когда я осознал, что я совершенно ни хрена не вижу вокруг себя, я начал вслушиваться в окружающую обстановку. То есть можно с уверенностью сказать, что из-за ограниченной видимости мне было сложно передвигаться и понимать, что происходит вокруг меня. И для того, чтобы визуализировать окружающую обстановку в своей голове, я полностью переключился на слуховые ощущения. И это реально работает. Я начал ориентироваться, прислушиваясь ко всему, что происходит внутри. Обычно для того, чтобы услышать трудноразличимые звуки, я использую наушники, но в этот раз они мне не понадобились. Я слышал практически все, что происходит внутри, невзирая на сквозняк и ветреную погоду. Я мог различать и идентифицировать все звуки по отдельности и анализировать их. Именно это и помогло мне обнаружить присутствие неизвестного на верхних этажах здания. Что касается тактильных чувств, то я думаю, что оно было на первом месте, так как мне приходилось буквально каждый метр прощупывать ногами, чтобы не споткнуться об хлам, который валяется на полу. Прощупывать стены и предметы, которые находятся рядом со мной, вокруг меня, и которые я не мог видеть. Все сказанное выше подтверждает теорию того, что при ограниченном зрении у человека обостряются остальные чувства, которые помогают ему ориентироваться в окружающей обстановке и в некоторых случаях даже выжить. Друзья, но мне реально было очень жутко. Ну а если вам зашел формат данного ролика, я прошу вас поддержать меня вашими царскими лайками, подписаться на канал и проявить активность в комментариях под этим видео. Таким образом, вы помогаете каналу продвигаться в просмотрах, а это означает помогать каналу в его развитии. Я жду вашей активности на канале, вашей поддержки, и тогда я сниму для вас не менее крутой и увлекательный ролик. А с вами был Алекс, увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Давай аккуратнее.